Вячеслав Гайзер поручил ужесточить контроль за целевым расходованием средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилья. Глава Коми поручил включить в перечень обязательных требования при заключении муниципальных контрактов на строительство домов открывать специальный счет в финансовом органе города или района, куда и будут перечисляться бюджетные средства. В этом случае власти смогут видеть, куда расходуются деньги. Сейчас, если счета строительных компаний открыты в коммерческих банках, отследить использование средств не представляется возможным. Речь идет, в частности, об авансовых платежах. Чтобы сделать систему более прозрачной и понятной, мы рекомендуем проводить эти средства под контролем финансовых органов и только после подтверждения их целевого использования, отметил Вячеслав Гайзер.